Снова здравствуйте, дорогие зрители, с вами я, Алексей, вы смотрите YouTube канал Парадигм. И мы продолжаем играть в замечательную игру Майнкрафт 1.7.10 с модами. О, смотрите, стак кактуса у нас накопился. Но это тоже мало, вообще-то, в принципе, кактусами накапливать материю, это неплохая идея все равно. Она остается неплохой идеей, хотя бы потому, что, в принципе, для того, чтобы алмазы добывать, нам нужно куда-то идти. А так мы можем этих ферм настроить и, в принципе, ну, не знаю, как бы. С другой стороны, я не знаю, зачем мне ресурсы вообще нужны. То есть, должна же какая-то цель быть у игры. Ну, например, строить какие-то масштабные штуки. Штуцеры и так далее. Но сейчас у меня, естественно, цель это, собственно, грейдить мой камешек. Ой, не камешек, а медальончик. И для этого нам нужны эндермены. Эндермены это такие вот чуваки, которые всегда нужны, в принципе. И поэтому нам нужно распахивать мисткрафт, потому что мисткрафт это очень, скажем так, короткий путь к эндерменам. Кстати, еще мы, в принципе, можем пойти в данж. Это совсем неплохая идея, как бы вам не показалось. И я думаю, даже мы можем пойти в данж в нашем мире дополнительном каком-то. Так. Значит, что мы сделаем? Мы сюда куда-то положим все эти вещи. Дальше рюкзак. В рюкзак мы будем складывать вещи, которые найдем в данже. Также нужен топор, явно. Хоть один. И как бы дерево тоже, в принципе, нужно. Или нет? Нам нужно вот это и вот это. А дерево не особо-то и нужно. Ну ладно, возьмем там, не знаю, стак или сколько этого дерева надо нам. Так, ну, допустим, нет, стак слишком много. Я же облюсь почему-то. Десяточку примерно. Как раз 4 палки, 4 уголька. Так, вот эти вот тушеные грибы надо куда-то скинуть. Они только занимаются от. То же самое с мечами. Там, куда мы идем, мечи в таких количествах не нужны абсолютно. Лопата пусть будет. Ну и, собственно, опыт, в принципе, можно было бы куда-то загнать. Но опыт мне некуда загнать. Поэтому мы просто... Вот это вот алмазы не надо нам. Нам не надо алмазов. Так, мир 2, грибной биом, вот. Грибной биом и никак иначе. Так, вот сюда. Ставим. Берем с собой еще одну вот эту вот штучку. И стойте-ка, стойте-ка, мы чуть не забыли кое-что сделать. Здесь, кстати, нету этих. Нужно взять пузырьки и наделать их, в общем-то. Заполнить этими. Сквидвардами. Чтобы их заполнить сквидвардами. Кстати, что-то они тут перестали спауниться. Плохие сквидварды. Сложность нормальная. Все должно нормально быть. Всегда надо... А, вот. Вот вижу сквидварда. Только отошел. И заметил их. Хорошо, когда есть алмазы. Все, в принципе, делается быстрее за счет того, что алмазные инструменты лучше.
Ну, хотя у нас там есть, конечно, из чего чернила делать. Но лишние 8 мешков чернильных не помешают никогда. Так, значит, берем это. Бамс. 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 В общем, много бамсов. Такая вот фабричное производство чернил. Другого у меня быть, в принципе, не может. Именно поэтому мы, короче, сейчас будем мутить что-то интересное. То есть, в принципе, мы куда дойдем, там мы и поставим вот эту вот книжку, которая будет вести нас домой. А, стоп, а почему бы нам не сделать две таких книжки? Но вторую, короче, сейчас не оприходовать. А просто ее там используем, чтобы оттуда, то есть перемещаться потом туда, отсюда. Ну, то есть нужное нам место, а не в то место, которое по умолчанию. Ладно, все поймете. Все вы поймете. Так, грибной биом. Отлично, нестабильности здесь нет. Все хорошо. Еда есть. И побежали. В принципе, лучше меч на первую строчку забиндить. И вот это сюда. Все. То есть кирка и меч — это наши главные достоинства. Остальное не так уже и важно. Ой, скелетоны, пауканы. Да ну не трогайте вы меня. Ну, конечно же, они не послушаются. И прыгнут на меня. Особенно паукан. Ненавижу тебя, пауканище. Ты мне портишь настроение. Мне надо вниз. Зачем мне спускаться медленно, если я могу спуститься быстро? Вопрос. Где ты? Ты чем занимаешься? Пауканище ебаное. Так, ну здесь не вариант спускаться. Так, сюда. О боже. Мой. А назад-то я так не поднимусь. Надо что-то поставить. Так, вопрос, как здесь теперь спуститься? Ну, давайте здесь прямо и начнем спускаться. Так, как-то громковато. Явно громковато, я это чувствую, я это исправлю. Вашей мамой клянусь. Так, стоп. Блин, ну что это такое вообще? Ну да, теперь придется вот сюда вести. Этот путь даже длиннее, чем прошлый, наверное, будет. Потому что здесь я должен аж сюда провести. Ужас какой. Вот кому это нафиг нужно? Алмазные кирка. Даймонд кирка.
Великий Кирка. Хороший Кирка. Так, и здесь можно еще спускаться немножко. Постепенно так. Чтобы, в общем-то, можно было подняться. Ну вот и все, спустились. Вопрос только теперь в другом. Куда нам бежать отсюда? Да. Я думаю, бежать стоит вот сюда. И, наверное, зря я здесь делал спуск, потому что нам все равно надо далеко довольно бежать. К данжу. Так, там криперы, осторожно. Запекаем сюда. И за собой вход замуровываем. Сказал, замуровываем. И тут мы довольно-таки в безопасности. И именно поэтому я думаю, что здесь нам... Что? Я же там поставил. А как он залез? Или они могут залазить? Так, и в общем-то вот это мы разрушаем. Зачем нам здесь скелетоний спаунер? Я не понимаю. Так, ну и ладно. Мы, значит, здесь ставим проход назад. До дому, до хаты. Надеюсь, крипер его не увидит. И здесь же мы биндим вот эту книжечку. То есть теперь эта книжка ведет в грибной биом. В наш любименький. В этот, может, даже и не очень грибной, но биом. Так. Так, у меня, кстати, мышка плохо стала работать. Так, данжен, данжен, данжик, данжик. Давайте просто разрушим. Вот если будет спаун эндерманов, тогда мы не будем его рушить. А вот это все надо рушить. Так, вопрос. Откуда вы бегите? Вот откуда? Здесь вроде бы спаунеров нет нигде. Видимо, откуда-то отсюда. Вот здесь, например, пауканы спавнятся. Блин, факелы слишком далеко от остальных вещей. Ну чё, алмазный меч пока что справляется. Еще и кольчужной брони намутили. Еще один вооруженный зомби. Прикольно, что их можно спавнить типа вооруженными сразу. Пауканий данж, ну, не нужен он мне. Ой, что-то лагает немножко. Все, короче, пробуем здесь брать что-нибудь. Факелы, естественно, берем. Паучьи глаза берем. Кабу берем. Лопату тоже возьмем. Все полезное. Ну, еду тоже возьмем. И даже можем взять сундук. Все-таки сундуки на дороге не валяются. Так, а чё это там орёт так сильно? Здесь вот эти вот полки, за ними вроде бы ничего не спрятано. А, это сверху снизу, я понял. Я всё понял. Так, зомбак. Так, зомбак. Скажи зомбакам так. О боже, сколько вас тут? Идите в жопу. В анальное отверстие. Так, все разрушаем. Rogue You Like Dungeons. Что-то вообще жопа какая-то. Урон плюс 260. Нифига себе. Это не дурно. Смотрите, железный шлем с них выпал. Прикольно. Жаль, что жратва не стакается. Давайте, короче, пожрем.
И этот сундук уже не будем забирать. Наверное. Невыгодно его забирать нам. Так, это берем. Это с углем совмещаем. В том сундуке уголь нашли, здесь палочку. В итоге факелы скрафтили. Замечательный данж за убийство.